Получение профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Сегодня учебные заведения предлагают огромный выбор специальностей, в том числе и для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Профессии получить можно разные – швея, столяр, программист. О том, какое образование получают в Чебоксарском экономико-технологическом колледже, смотрите в нашем репортаже. Сегодня в Чебоксарском экономико-технологическом колледже учатся более 100 студентов с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями речи, с задержкой психического развития и слабослышащие. Но желание учиться ничто не ограничивает. Ребята в колледже могут научиться шить, столярничать и мастерить изделия из дерева. Алексей Лукьянов больше 10 лет учит таких детей своему ремеслу. Придумана программа, адаптирована программа. Я, как бы, скажем, облегченная эта программа. Дается тут уже навыки такие вот простые, чтобы они обучались таким навыкам, чтобы адаптировались к жизни, научились кое-какие изделия делать, чтобы эти навыки пригодились им в жизни. А эти навыки пригодятся, уверены в колледже. Столяр и мастер художественных изделий могут трудоустроиться на предприятии, а могут работать индивидуально. Ребята с ограниченными возможностями здоровья проходят и психологическую адаптацию. Меня зовут Диана. Настроение скорейшего осеннее. Арт-терапевтические занятия с психологом позволяют скорректировать эмоциональную сферу, помогают учащимся лучше узнать себя и развить коммуникативные навыки. Способствует развитию эмоционально-волевой сферы детей, личностной сферы. Они больше узнают себя, окружающих. Мы их учим общаться с другими людьми. И, соответственно, они могут в обществе более лучше адаптироваться, привыкнуть к своей профессии, к работе, формировать свою семью. Для того, чтобы учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могли получить специальность швеи, в колледже поменяли все оборудование и методику преподавания. Результаты не заставили себя ждать долго. Я горжусь тем, что хоть ребенок освоил эту, допустим, изделие это, мне приятно, что недаром эта работа прошла с моей стороны, что чувство гордости. Я горжусь даже своими выпускниками. И детям-первокурсникам рассказываю, вот такая-то девочка училась из вашей школы, она работает на таком-то предприятии. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика.